Йоу, друзья, всем привет, с вами Итан, и мы продолжаем проходить на канале Metal Gear Solid Ground Zeroes, и это уже вторая серия этой замечательной игры, поэтому давайте сделаем все красиво и максимально тихо. У нас в руках Чико, но помимо того, я все-таки решил еще спасти троих заложников, которые рядом с ним находятся, для того, чтобы получить как можно больше информации о том, где, возможно, прячут пас, нашу следующую цель. Так, все, кажется, все готовы. Так, эту клетку мы открыли, и еще одного осталось освободить. И начнутся сейчас такие забеги с телами на плече. Ну, конечно же, живыми. Убивать мы их не собираемся. Блин, придется открыть эту клетку. Так, ну, как вы помните, точка эвакуации находится у нас вон там. И вот этот вот блокпост такой. Он, конечно, крайне-крайне неудобен для нас, поэтому на обратном пути, мне кажется, придется завалить там этого пехотинца. Ну, убивать мы его, конечно же, не будем. Немножко усыпим. Хотя, если человека усыпить под таким дождем, может быть, даже он умрет от гипотермии, то есть от охлаждения. Хотя у него плащ, поэтому ничего не стоит ему бояться. Так, готов, да? Спит, да, состояние сна. Давайте с этим поговорим. Так, ну что? Мы его вырубили. Теперь усыпим. Так, он нам что показал касаемо нашего задания? Административное здание. Спутник включим. Окей. Возможно, нам это пригодится впереди. Давайте вернемся к нашим заключенным. Давай, дружок, теперь твоя очередь увидеть белый свет. Кстати, кто помнит, мы же проходили Splinter Cell Blacklist, там также была миссия на Кубе, тоже на тюрьме. Было весьма круто. Примерно такие же условия здесь описаны, весьма схожи. Так, ну, еще двое. И у нас будет джекпот. Самое главное, что нам уже никто не мешает. Мы спокойно выполняем свою работу. Чик у нас будет последним. Он у нас спрятан лучше всех. Хотя не думаю, что они что-либо сделают с заключенными. Может быть, только по голове дадут. Так, ну что, еще один заход. Конечно, утомительно. Да, чуть не забыл, чтобы нам ускорить процесс. Сейчас сразу позабочусь о эвакуации. Все, друзья, погнали.
Ну что, малыш, иди на ручки папочки, к боссу. Все, несем его. Так, вон вертушка летит уже. Надо побыстрее. Хотя мы и так будем быстрее всех. Но... тем не менее... нам нужно с ним поговорить. Ждем, пока он приземлится, и мы сможем погрузить военнопленных. Так, ну давай тебя, раз ты не хочешь браться. Ну что, наконец-таки мы его эвакуировали. Осталось только выяснить, где находится у нас Пас и спасти ее. Слушаем внимательно. Это ключ к местонахождению Пас. Но я подразумеваю и думаю то, что она, скорее всего, находится в административном здании, которое нам указал один из морпехов. Так, ну грузовичок я тоже вижу. Так, нам нужно поспешить. Опа. Даже не заметил. Сейчас пойду проверять, конечно. А мы здесь плеер слушаем. Какие мы. Блин, он может спалить, кстати. Черт. Не, все будет нормально. Сейчас он вернется. Так, ну что, шеф, почему он нас не хочет вести? Так, мы можем... посмотрим, можем ли мы работать с картой, и нас повезут, не повезут, но... куда? Скорее всего, вот
в это место, где у нас тут вот административное здание, да. Потому что, в принципе, так они и Скалфейс ехал в заставке в начале. Вот под мостом здесь и уже к вертолетной площадке. Так. Что у нас в плеере? Чика исчез. Приятную музыку слушаем и пока что едем. Да. Мы близки к цели, как никогда. Эх, жаль, не могу я. Сидя в кузове еще и врагов помещать. Как все круто, да? Практически идеально. Давайте, наверное, поставим все у нас произведение. И спокойно уже... Не, очки ночного видения нам не нужны. Спокойно уже будем... выбираться отсюда. Найдем пас. Snake Eater. Дэн-дэн-дэн. Так, отлично. У нас, конечно, есть проблемы. И радоваться очень-очень-очень рано. Там камеры. И это говорит о том, что, скорее всего... Так, тихо, тихо. Оу, е. Так, его сейчас увидят. Поэтому мы должны проскочить, пока есть возможность это сделать. Иначе придется пробиваться уже с боем. Я это крайне не хочу делать, потому что, ну, чтобы не портить, во-первых, атмосферу стелса. Можно было, конечно, попроще пройти. Это я уже... Так, что будем делать? Есть магазин. Блин, боюсь. Боюсь пока что, друзья. Не могу. Так, чувак, тебе показалось. Все. Друзья, это было deep stealth section просто. Под такую шикарную музыку. Тем более. Так. Hey,
Иногда полезно послушать о том, о чем говорят враги. Да. Так вот зарядить. Блин, конечно, это грязно, но это война, друзья. Либо мы их, либо они нас. Тем более мы так близки к цели. Нельзя допустить провала. Опять эти полевые мыши, о которых я уже 100 раз говорил. Насколько они символичны и вообще идут с самого начала серии. Вот, собственно говоря, и пас нашлась у нас. Пас мы нашли. Теперь надо ее выводить с этого места. Она, кстати, тоже в бреду. Как и Чика после нашего усыпления. Блин, не мог я пораньше его. Так. Очень плохо, что я в горячке, скажем так, забыл тела спрятать. Ладно, сейчас мы этим займемся. Там еще двое. Еще один где-то. Блин, шаги слышу, но где он? Такс. Ладно, сейчас и с ним разберемся. Я думаю, этого не будет для нас такой большой проблемой. Твою ж мать! Да. У нас очень-очень плохая ситуация. Блин, тревога. Это не есть гуд. Я подозреваю, что они оттуда пойдут. Так, берем пас. Не, в любом случае, очень эпично получилось на самом деле. Черт, камера слежения.
Как нам из этого дерьма выйти? Да уж. Определенно проблема. Ладно, мы пойдем таким путем, которым пришли. По крайней мере, я знаю, что там может нас ожидать. Такс. Джип. Вижу джип. Возможно, мы на нем и будем эвакуироваться. Сейчас проверю, насколько это будет безопасно. Хотя уже после того, что случилось, да, это будет, в принципе, безопасно. Поэтому давайте не тратить ни секунды, ни минуты. Просто грузимся. Все, уходим. И БМП, твою ж мать. Фак. Да. Провал. Начнем сейчас мы с точки сохранения. Я думаю... Вот самое плохое, что нас спалил монитор под конец. И... понесло, что называется. Так. Давайте сейчас постараемся... отдыхайте. Блин. Сейчас этих возьмем. Спокойной ночи. Так, нет смысла их уже куда-то там двигать, потому что нам нужно убираться как можно быстрее. На сей раз пойдем уже другим путем. Тут камера, черт ее подери. Так, пас скидываем. Камеру будем гасить. Так. Конечно, уйти на машине — это, наверное, самый лучший вариант. Можем сейчас, в принципе, сесть на зенитку, которая здесь есть. Оу. Так, бронемашина нам вообще недоступна, да? Надо добраться до зенитки. Это наша возможность остаться живыми. Так, поехали. Сейчас у нас будет совсем все по другому раскладу происходить. Так. Оу. Опять убили. Что-то вообще не поддается на нам. Эта миссия.
Неужели как с Чико точно так же? Ладно, в любом случае, друзья, мне приятно, что вы поддерживаете меня всевозможными способами. И я думаю, опять же, в следующий раз мы начнем уже непосредственно с эвакуации. И на этом, я думаю, все. Всем пока, до скорых встреч, увидимся на канале. И все будет очень круто, я думаю, впереди. Поэтому всем пока.